Итак, всем привет, это у нас Gadget News. Глянцевый черный iPhone 8 сравнили с предшественником. След за множеством концептов и некачественных фотографий в сети появились живые фото снимки iPhone 8 в цвете Jet Black. Это глянцевый черный оттенок, который предлагается в iPhone 7 и 7 Plus с увеличенным объемом памяти, как премиальный. На этой неделе в сеть попало 8 фотографий, на которых смартфон демонстрирует максимально близко. При этом были показаны два чехла для iPhone 8, чехол-книжка и прозрачный силиконовый протектор. На данном этапе из снимков iPhone 8 сравнили с iPhone 7. Их размеры отличаются буквально на несколько миллиметров, при этом диагональ смартфона версии 2017 года значительно больше. iPhone 8 и iPhone 7s и 7s Plus представят менее чем через месяц, в общем, осталось ждать совсем недолго.